как мы и предполагали, я ребятам это сказал, будет очень трудная игра. Очень трудная игра. Вот. Они меня услышали. Ну, да, буквально два слова. Слава Богу, что так все получилось. Да. Пропустили гол опять нелепый. Тем более, ребят предупреждал. Концентрация с первых минут матча должна быть. Да. Ну, где-то не получилось. Ну, все хорошо, так как закончилось. Выиграли. Спасибо ребятам за эту победу. Ребята эту победу заслужили. Вот пропустили этот гол, вы сказали, не было такого чувства, да, движения, что тогда с «Авангардом» и сейчас 0-1? Где-то промелькнула эта мысль у меня в голове. Ну, я просто видел сегодняшний настрой ребят на игру, их желание, тем более мы последние три дня только об этом говорим, что бы ни случилось, пропустили, нужно играть до конца. Вот. Благодаря этому ребята услышали меня. Вот она и наша победа. Спасибо им огромное за эту победу. Ну и нельзя не спросить, вы говорили вчера в интервью, позавчера, что вернулись на тренерский мостик спустя там немалое количество лет. Вопрос такой, насколько сильно переживали, даже не за результат, а просто вот за новую роль, новую должность? Вы знаете, сильно переживал, честно говоря, я последние три ночи толком и не спал. Столько мыслей в голове, вот такая каша крутилась. Ну, есть так, как есть. Тяжеловато, ничего. Самое главное, хорошо начать. Выиграли игру, это большой стимул на дальнейшее. И у ребят появился стимул. Они поверили в себя. Просто очень тяжело, конечно, после трех поражений. Но слава Богу, что так все получилось.